Здравствуйте, дорогие друзья! Я пришла к вам с очередной хвостушкой. Вот такую замечательную куколку, балерину, лепила я на своем закрытом мастер-классе. Для тех, кто, возможно, со мной сегодня впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатные уроки, так спонсорские и платные. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и их можно, конечно же, приобрести. Для этого пишите мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, то есть сколько существует YouTube, столько существуют ваши ссылки, никто у вас не заберет, и все это будет с вами ровно столько, сколько это вам необходимо. Теперь расскажу немного о том, из чего я лепила, и по всему остальному. Вес фигурки всего 133 грамма. По высоте она приблизительно 16 либо 16,5 сантиметров. Лепила я ее из мастики Топ Декор. Мы не использовали, то есть в уроке не использованы никакие вайнеры или молды. Все лепится из самых обычных подручных стеков, которые есть у всех лепильщиков начинающих. То есть ничего сверхъестественного здесь не использовалось. Все покажу, все расскажу. Урок безумно подробный. Я стараюсь в последнее время делать вам максимально открытые уроки, чтобы все было понятно и даже мог справиться новичок. Ну, по поводу того, справится ли новичок или нет, очень часто мне тоже задают такие вопросы. Справиться, конечно, может каждый. Единственное, что, может быть, с лицом придется помучиться, не с первого раза получится. Но это ничего страшного. Как говорила я уже не один раз, мы учимся на своих ошибках, и эти ошибки делают нас только лучше. Поэтому никогда не бойтесь и не говорите, что «Ой, я такого никогда не слеплю» или что-то в этом роде. Самое главное – верить в себя, в свои силы и, конечно же, желание научиться лепить. Ну что ж, я не буду вас загружать своей болтовнёй. Очень надеюсь, что фигурка вам понравилась и вы захотите ее приобрести. Что для этого нужно делать, я вам уже сказала. Буду ждать ваших лайков, буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.